Спасибо большое. И мы с Борей поздравляем Обнинскую ноту с вами. Песня называется «Поздравляю». Ты отдаешь команды эльфам, гномам и оркам. Ты вне конкурса, без комментариев, не для сатиры. Ты не выбираешь, а назначаешь ориентиры. Чем я тебя не поздравляю? Чем я тебя не поздравляю? Ты чувствуешь, что ты уже большой? Ты научился работать душой? В отличие от всего дремлющего населения, в тебя непрестанно капает просветление. И, конечно же, ты не просто бликуешь. Однажды ты все это опубликуешь. Тебя донимается философский альманах. Тебе не досуг, ты рифмуешь их на чем я тебя и поздравляю. Ты никогда не опоздаешь, всегда будут варианты. В своей правоте ты тверд, как гранит. Такое впечатление, что сам Бог тебе сейчас позвонит. Ты владеешь шпагой лучше всякого гасконца. Ты заслоняешь собой солнце. Нет стиля музыки, на который ты не влияешь. И ни одного из этих качеств ты никогда не потеряешь. Чем я тебя не поздравляю? И вдруг ты подумал, показалось. Ну, наконец-то ты понял, теперь довольно глумиться. Пойдем скорее работать, нам есть к чему стремиться. Ты силен, если у врага выиграл бой. Но ты могущественен, если справился с собой. Чем я тебя не поздравляю? Чем я? Thank you.
любовной играет Борис Павлович.